Кто ищет, тот всегда найдет. Помощь в трудоустройстве всем, кто в этом нуждается, всегда готов оказать Центр занятости населения. В минувшую пятницу в Лабинском районе состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Самая такая хорошая площадка, где можно встретиться с работодателями, побеседовать, пройти предварительное собеседование, получить направление на работу и, в общем-то, уже быть трудоустроенным и дальше работать и развиваться в своем направлении. Один из соискателей, Вадим Ремесленников, изучает предложения. Выбор большой, шансы на успех высоки. Много вакансий разных предлагают, а так все положительно. Каждый найдет работу, какая ему нужна. Ярмарка помогает и работодателям подобрать специалистов для своих предприятий. К примеру, нужны педагоги. Ярмарка дает очень много возможностей молодежи, уже зрелому населению города. В нашей школе требуется учитель физики, информатики, английского языка. Соцпакет хороший для преподавателей. Хорошая зарплата, классное руководство. 8 тысяч губернаторская оплачивается. Это очень хорошо, что в городе устраиваются ярмарки вакансий. На одной площадке работодатели разных областей промышленности и масштабов. Широко представлен малый и средний бизнес. Есть предложения от крупных предприятий. Зарплата тоже в диапазоне. Дело за выбором. Мы хотим отыскать работу нашим соискателям, нашим безработным, нашим гражданам, которые ищут работу. Для этого мы собрали эту ярмарку, пригласили работодателей, у которых имеются вакансии. Вакансий очень много, зарплаты очень разные, от минимальных до приличных, 50-60 тысяч. Я думаю, что эта ярмарка поможет нашим безработным отыскать себе хорошую работу. В зале заметно много молодежи. Это хороший знак, что еще будучи студентами, без пяти минут профессионалы присматриваются к работодателям, к тому же местным предприятиям. Мы пока что учимся на ТОшек, слесаря по ремонту автомобилей. Получаем среднее профессиональное образование. Вот закончили, получается, практически закончили третий курс с одними пятерками. Ярмарка помогает не только трудоустроиться, но и содействует планированию карьеры. В этот раз более 300 вакансий от 31 предприятия Лабинского района. Многие соискатели прошли предварительное собеседование, кто-то даже с несколькими работодателями. Еще одно предложение – возможность повысить профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии. Такие варианты тоже возможны. Отдельное внимание тематическим площадкам. Они ориентированы на организацию предпринимательской деятельности, работу с гражданами с ограниченными возможностями, помощь в трудоустройстве участникам СВО. Более 1000 человек посетили ярмарку в Лабинском районе. Многие получили приглашение на собеседование, а кто-то – направление на работу.